Мы живем в эпоху информационных технологий, когда каждое действие может быть заснято и выложено в интернет. Человек никогда не думает о том, что действие, которому он не придает значения, может стать известным по всему миру. Похожая история произошла в Нью-Йорке. Молодой мужчина сел в метро. Он не мог представить, что весь мир узнает об этой поездке. Что же такого случилось, что принесло незнакомцу возможность попасть в заголовки онлайн-изданий? Все дело в маленьком мальчике, который сидел рядом, а еще в доброте. Поездка проходила как обычно. Мужчина был увлечен игрой в своем телефоне. Это действие его настолько увлекло, что он даже не смотрел вокруг, а маленький мальчик сидел рядом и заглядывал в экран через плечо. Вдруг мужчина понял, что ребенок тоже смотрит в телефон. Пассажир встретился взглядом со своим соседом, после чего продолжил свое занятие. Но мужчина не знал, что сидящий напротив человек снимал все происходящее. Что-то заинтересовало его в том, что разворачивалось между занятым своей игрой взрослым и ребенком. Возможно, непосредственность малыша, который был так сильно увлечен тем, что делает мужчина. Его реакция на происходящее просто неподражаема. Ребенок просто играет вместе с мужчиной. Что-то проговаривает вслух. Ему настолько интересно, что это не может не вызвать умиления. Может быть, ребенок никогда раньше не играл в игры на смартфоне. В наше время до сих пор есть дети, родители которых не могут себе позволить такие дорогие покупки. То, что случилось дальше, покорило весь мир. После нескольких остановок мужчина с телефоном отключил наушники и передал смартфон ребенку. Тот без лишних слов взял гаджет и продолжил игру. Мужчина при этом выглядит так, словно не произошло ничего необычного. Ну и правда, ведь мы каждый день видим, как незнакомец дает поиграть свой телефон какому-то мальчику. Конечно, все не так. Такие поступки – большая редкость в наше время. Так выглядит доброта и правильное отношение людей друг к другу. На первый взгляд можно сказать, что это мелочь, но именно из таких мелочей состоит наша жизнь. Иногда, чтобы сделать человека счастливым, достаточно просто совершить какой-то незначительный, но такой приятный для него жест. Зритель, который сидел напротив, заснял все происходящее и выложил запись в интернете, где она покорила всех, кто ее видел. Все начали хвалить парня за его поступок. Вполне возможно, кто-то тоже сегодня решил, что сделает что-то хорошее для незнакомца, а может просто будет немного добрее. На этом все, друзья. Делитесь этим роликом с друзьями и близкими, а также подписывайтесь на канал Just Fun, если вы еще не с нами. Пока!